Самая крупная эвакуация людей за все последние 70 лет прошла в Италии. Более 50 тысяч человек покинули дома из-за опасной находки. При реконструкции кинотеатра была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен войны, содержащая 40 килограмм динамита. На время проведения операции по обезвреживанию был закрыт местный аэропорт, железнодорожная станция, две больницы и тюрьма. Сейчас боеприпас вывезен за пределы города. Его планируется ликвидировать в специальном карьере.